Мне надо одну штуку проверить. Можешь, пожалуйста, встать, где багажник, да? Да. Со спины. Да. И вот, когда я скажу, да. Долго нажимаю на нижнюю кнопку. Ну, хорошо. Долго держи, но пока что не надо. Я помогу. Ой, спасибо большое. Да. Это тебе PlayStation 5. Спасибо большое. Я так и знал, что он будет. Ну он же тоже смотрит ролики в ТикТок. Ну смотри, Димон, вот этот PlayStation, да. Чтоб ты понимал, да? Да. Отдал вообще молодой парень. А, молодой. Девушка, да? Да. То, что они сказали, что они им не пользуются, они не хотели попадать именно лицом в ролик. Отдали тебе PlayStation вместе с джойстиком. Единственное, нам нужно будет тебе помочь его подключить, потому что там даже есть специально куплена подписка. А, подписка. Ее надо нам будет тебе помочь настроить. Хорошо. Можешь как-нибудь помочь мне отнести? Конечно, мы тебе поможем. Давай я возьму большой, а тут джойстик бери. Давай. Рад, очень здорово. Очень здорово. Я теперь свой PlayStation кому-нибудь отдам. Да, давай мы снимем обувь, чтобы тебе не пачкать. Да, обязательно. Ты сам обувь-то не снял, да? Обувь нет, я не снимаю. То есть гостям нужно, а тебе? Нет, а мне нет. Это твой телевизор, да? Да, это мой телевизор, да. Что ты хочешь, может, передать человеку, который тебе подарил его? Спасибо большое, что вы мне подарили PlayStation. Я очень рад. Вот, все, теперь можно. Дверь открыта, вообще монтаж. У меня дверь открыта в машину, охренеть. Я забыл дверь открыть, пипец. Вот. Ух! Офигеть, прикольно. А вот же здесь еще один джойстик, да? Вот. Красивый. Пучок, это чисто такой, вот, знаешь, для девушки. А это вот твой, блин. Да, классный. Тебе с девчонкой играть, да, сама? Да. Не, ну да, конечно. Только ты, Димон, ухаживай за ним, да? Да, хорошо. Потому что, поверь, я думаю, что, блин, каждый второй хотел бы такой подарок. Я бы сам бы не против, знаешь, PlayStation. А ты... Давай посмотрим, надо, чтобы игра шла, чтобы она не лагала. Потому что если вдруг будет лагать, то купим тебе еще телевизор. Потому что, понимаешь, люди-то скидывали денежку на PlayStation, а потом в конечном итоге становится человек, который сказал то, что ему не нужен, и он тебе подарил. Кстати, полностью на PlayStation не собрали. Собрали половину, да. Ровно. А, либо мы купим новый телевизор, либо просто эти денежки останутся уже другим на добрые дела. Которые... Хорошо. Мамочка, представляешь, мне Андрей подарил PlayStation 5. Один его друг подарил PlayStation 5. Да, он снял ботинки и сейчас настраивает мне PlayStation. Вау, здорово. Так искренне рад, что мы можем дарить людям такие эмоции, потому что мы неделю назад играли с тобой в компьютер-клубе, а сейчас уже у тебя дома. Да, спасибо ему большое. Это мы еще не видели. Даже не лагает. Опять, я как инвалид. Лучше, чем на первом PlayStation, однозначно. Я бы думал своему дать. Это был гол? Да. 1-1. Давай, кулачок. Воу, я забил! Ой, тут с вибратором. Что еще? С вибрацией. А че он дрожит, джойстик? От нервов. Что такое? Ну че, будете найти на то. Да, круто. Круто. Еще один гол, да? Я выиграл, Димон, я да, в этот раз выиграл. Да, ничего страшного, проиграть тоже можно. Да. Дружеский матч. Дружеский, конечно, дай печенек. Да. Ой, ну спасибо большое за подарок такой. Да. Пожалуйста, Димон, на здоровье, да? Да, хорошо, спасибо большое. Ой, такое счастье. Че, Димон, давай, удачки. Все, давай. Ой, микрофончик дай. А то будем подслушивать, что ты вообще там говоришь.